В общем-то, я хотела на этой неделе вставать в 5 утра, но так у меня нет определенных множества дел, конечно, много, но тем не менее не обязательно прям вставать в 5. В общем-то, я просто встала в 5, прозвонил будильник. Я понимаю, что я не выспалась, потому что я не легла в 10, легла в 10:30, но это такое уже. Я перевела его на 5:30, было бы вообще идеально. Он не прозвенел, в итоге я встала в 6:30, получается, поспала 8 часов. Самое прекрасное — это то, что я сейчас могу спокойно сесть, выпить кофе, дочитать книгу, и мне не нужно ни в школу, ни на дистанционку, никуда. Просто куча дел, но утренняя рутина как бы, а потом уже все дела. Итак, я дочитала книгу уже 9:20 утра. Мне нужно сделать тренировку. Я, как обычно, начинаю новый челлендж от Pamela Rave. Я сама себе ищу приключений на одно место и устраиваю какие-то челленджи, да. Занимаюсь, тренируюсь, питание. В общем-то, я очень много работаю над собой, потому что у меня есть цели, мечты, и для них нужно только работать и улучшать себя. Поэтому я буду делать неделю тренировок Pamela Rave. И у меня сейчас столько мыслей, дел, планов и всего в голове и на эту неделю, что мне сейчас нужно четко пойти сделать тренировку и расписать все дела на неделю, потому что иначе я ничего не смогу сделать, когда у меня в голове каша. Не обращайте внимания на внешний вид, я после тренировки, это будет у меня отдельное видео, я сейчас делаю челлендж от Pamela Rave. Сегодня хотела день посвятить понедельник сразу же всем урокам, сделать на всю неделю. Боже, ну как я выгляжу? Это более привлекательно? Неважно. Но сегодня у меня день посвящается вот этой куче дел. Я еще не все вписала, оно не все влазит. Я тут немного буквально написала на следующую неделю, что есть уже важное. И сейчас я включаю супер режим продуктивность, потому что вот это все надо обязательно сегодня делать. И ничего из-за этого я не могу перенести, потому что тут поджимают сроки. В общем-то, я вообще забыла, что я снимаю влог. И сегодня у меня день дел. Уборка, что-то это вот решить, что это вот... Классно объясняет, да? В общем-то, просто какие-то, типа, дела. Я их делаю, хожу, типа, я не успеваю, хотя вроде бы все успеваю, все нормально, все окей, но главное попаниковать. Завтра ко мне приезжает подруга, мы с ней будем проводить все время вместе у меня дома, ну и на улице. Погода... Ну, мы уже встретимся, наверное, больше завтра. Еще у меня сегодня тренировка, мне нужно в магазин купить покупки. Всем доброе утро, сегодня вторник, и ко мне сегодня приезжает моя подруга. Сейчас я буду пить кофе, и мне нужно мое bullet journal. Я его не часто веду, но тут есть какие-то трекеры привычек, которые я веду. Но мне нужно сделать трекер привычек для... Короче, надо, покажу. Я, короче, сделала таблицу, но, как вы понимаете, это все получилось ужасненько. Я сюда добавлю еще какой-то декор. Погода сегодня просто, не представляете, какая... Ну, посмотрите на небо, ну посмотрите на небо. И солнце светит, аж глаза слезятся. И ветер, конечно, не очень. В общем-то, сейчас я завожу свою собаку. Не, ну это капец. Ну, вы посмотрите на этот цвет. Не, ну вы видите вообще? О, в общем-то, сейчас я еду еще, мне нужен магазин за... Ёшкин кот, какая красота. Надо фотки сделать быренько. Сейчас мне нужно быренько в магазин еще взять сливки и краситель и за подругой. В общем-то, ко мне приехала моя подружка. И мы готовим торт. Это будет отдельное видео, оно уже, правда, по идее, на канале. А сейчас мы будем готовить лаваши, такие, как в ТикТоке, типа четверные. Надеюсь, вы поняли. Вот это мы, значит, делаем вот эту штуку, которая в 4 раза сейчас завернется. Вот это у нас гарно, скажите. Как думаете, чей это лаваш? Не мой, сразу говорю. Как думаете, сразу говорю, не мой. Конечно, она его пошмаковала, как будто, не знаю, кто его там погрыз. А смотри, красивенький, да? А мы его переворачивала, как последний раз. Сними это, соплю отсюда.
ставим вердикт вот этой вот штучки. Очень вкусно. Это да, это прям еще в принципе ПП. Короче, мы там готовим торт, пока он пропитывается. Мы вышли покататься на велосипеде. Небо, ну посмотрите, какое небо, ну ё-моё. Ну красиво же очень. И приехали в поле. Любимое место в поле. А так... Городские жители увидели поезд в селе. Смотри, скачки. Господи, как этот полудохлый конь. Мы на детской площадке. Ебу, я не могу. Убирались мы, значит, спокойно на кухне. Я уже бокал разбила. Снег пошел. Вот, снег идет, снег идет, снег идет. Снег идет 23 марта. 23 марта идет снег. Обожаю такую погоду. Было только что снег, уже красивый закат. Все, Настя уже только что уехала, уже 7 вечера на улице. На улице идет снег. Было солнце, был снег, был красивый закат. Что с погодой, я не понимаю. Ну что ж, сегодня уже среда, середина недели, середина каникул. Я вообще после вчера такая... такое себя чувствую. И, собственно говоря, сейчас я буду монтировать видео с тортом лягушки. Оно уже на канале для вас. А для меня мне только предстоит его монтаж. Сейчас 7 утра. Я начинаю. Я уже выпила воду и сейчас буду пить кофе. Но зато мне радует, что на завтрак у меня будет вчерашний тортик. Ну, торт, который я тут и монтирую. В общем, сейчас 11 часов, я где-то 4 часа это все монтирую, уже закончила монтаж, видео сохраняется, а мне еще нужно сделать обложку и потом будет его выставить. Вот так вот, работаем на каникулах. Это видео, конечно же, для вас уже на канале, можете смотреть, пробуем делать фроги кейк, как в Пинтересте. Вот так проходят мои каникулы, день отдыхаем, день работаем. Ребят, я как обычно забыла про съемку, потому что у меня целый день были дела. И с утра было солнышко, днем солнце, сейчас пошел град. Вчера было солнце, вечером шел снег. Сейчас град. То есть вы понимаете, да, эту погоду? Весна. Последняя неделя марта. Вот. Это как называется? Всем доброе утро. Сегодня уже четверг. Я уже собралась. Сижу такая... Ну, буквально синяки замазала и тушью накрасила глаза и локоны, просто потому что мне вчера лень было сушить голову, поэтому я просто замотала их на носки. Ну, я не знаю, что с этого будет. За окном снег, и я еду к врачу. Вчера у меня был такой бьюти-вечер, я помыла голову, стерла ногти и... Делала маску. Итак, уже пятница. Вчера я после того, как пришла домой и поела, 12 часов только позавтракала и, собственно говоря, ничего не делала. Позволила себе ничего не делать, так как, тем не менее, сейчас каникулы. Сегодня пятница, я сделала тренировку, позавтракала, там почитала, встала в 6, все как обычно. И сейчас буду делать уроки, потом нужно съездить в город, обратно, ну, короче, так вот каникулы прошли. Сегодня последний день. Все, уже весна пришла, я тут с пауэрбанком, разряженным телефоном. Вот такой вот у меня аутфит, наконец-то весна пришла.
Ну что ж, ребята, как-то так прошли мои каникулы. У меня что-то не было сил и вообще желания снимать этот влог, как ни странно. Последние сегодня, вчера, позавчера что-то вообще не было сил. Поэтому на этом все. Если вам понравилось это видео, не знаю, какой получится влог, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. И желаю вам хорошее продолжение весны, тепла, прекрасной погоды. Всем огромное спасибо, всем пока!